Сегодня поговорим немного о наболевшем у некоторых людей, причины бомбежки. Это донат в игре. Значит, сразу отвечу на вопрос. В игру, даже если у вас ру Steam, донатить можно. Главное, чтобы были деньги на самом кошельке Steam. Мы пойдем по пунктам, но мы проскочим боевой пропуск, по поводу него поговорим отдельно, и перейдем сразу к потомкам. Значит, вот здесь вот не советую донатить ни на что. Вообще ни на что. Потому что как обычного потомка, так и супер потомка можно получить чисто игровым путем. Но хочу заметить, что если у вас, допустим, есть супер лепик, супер VS, супер Аякс, то вы в этой вкладке получите скидку на скины. Так что в идеале сначала выформить супера, а потом уже покупать, если вам прям вот очень хочется, скинец на них. Что такое наборы выбора потомка? Это, грубо говоря, потомок вместе с небольшим бустом и слотом под него. Тоже не советую. Потому что бусты даются на 3 дня, они дают только 30%, а слот можно купить за 50%. Грубо говоря, Лепик, Вьес, Аякс, Банни, Фрейна, Шарон и Блэр, они продаются, по-моему, по 3 сотки. У меня почти все есть, я так понимаю. Вот они Лепик, вот они Блэр, вот она Шарон. Оно у меня уже не показывает. Они продаются по 3 сотки, и единственное, что полезное в этом наборе, это просто слоты. А слоты покупаются за 50. Поэтому как будто бы 350 и все. Невыгодно, лучше выформить, не сокращать себе контент. По поводу супера сказал, что здесь лучше выформить супера и потом уже покупать себе набор. Но заметьте, они ограничены по времени. То есть непонятно, что дальше будет. Будут ли скидки, будут ли смены и вообще как это будет реализовано. Облики, события тоже есть ограниченные по времени. На облике можно, в принципе. Сразу считайте, что донат идет 1:2. По-моему, там примерно такая цена. На облике можно, если хочется поддержать разрабов и просто хочется какой-нибудь красивый скинец. То же самое тут с премиальными обликами. Это чисто на ваш вкус. Грим — это, по сути, тоже та же внешка. Вот, кстати, хочу еще кое-что заметить, что краски, которые у вас есть, их можно применять только к скинам. То есть покрасить персонажа в стандартном скине не получится вообще никак. Можно покрасить внешний вид облика, полученного через БПшку или через дополнительное. Перекраска у нас, наводим на скинец, нажимаем F и перекрашиваем. Краски одноразовые, они у вас заберутся. И вот тут вот я не уверен, но, по-моему, можно использовать одну и ту же краску несколько раз. Вот тут лучше в комментах пусть ребята говорят на эту тему. Краски у нас, по-моему, покупаются, кстати, по 25, если я правильно помню. Мы сейчас вернемся в магазин. Можно вот здесь вот нажать F. Допустим, даже не на купленном костюме, нажимаем F, перекрасить. И вот у нас краски. Мы наводим мышку, нажимаем F, и краски покупаются по 25 калибра. Тоже вариант, если хочется закидывать. Я бы, честно, внешки покупал. Я не вижу смысла рашить контент себе за донатную валюту, тем самым сокращая время, проведенное в игре, если вам она вам нравится. Обычные приспособления. Тут, в принципе, все понятно. Материалы поддержки. Тоже не рекомендую, потому что... Что у нас в стартовом наборе? Шлак полный. Косаря вообще не стоит. Ячейка хранилища одна. Расходуем предметы одна. Экипировка одна. Я так понимаю, даже на потомка не дают слота. Моды очень легко получаемые. Буст на 3 дня, 30% вообще того не стоит. Я думаю, то же самая история и с стартовым премиум набором, с набором для улучшения. Да, здесь вообще ничего не стоит денег, так сказать. Это все можно вот выформить. По поводу активатора энергии и катализатора кристаллизации. Ребят, активатор энергии косарь 200, катализатор кристаллизации 300, получается в два раза больше, активатор 2400 примерно, может там со скидками чуть подешевле, и катализатор 600 получается рублей. Тоже крайне не рекомендую вообще ни в каком виде, потому что это игра про фарм. Основным принципом игры является фарм. Единственное, во что вы можете упороться, это что вам не падают чертежи. Да, они могут не выпасть, это не проблема их выформить. Вот у меня сейчас в данный момент 22 чертежа катализатора. Я просто сидел фармил. Вот, правда, с активатором у меня большие проблемы. Был момент, где я целый день просиживаю и не могу их скрафтить. Просто мне не падает. Я фармлю, но мне не падает. Как будто бы 2400 — это слишком неоправданная цена.
В крайнем случае, даже если вот очень нужно, очень прижимает, я бы на вашем месте запустил ее на крафт и ускорял. Вот прям если очень хочется, но как по мне, тоже уж проще каждый раз, чтобы у вас кузня работала. Удобство. Бусты. Если бы это были хотя бы 50% бусты, я бы еще понял, но платить 1000 с лишним за месяц только на один вид ресурса, ну не знаю. Можно, в теории. В теории, кстати, вот это еще можно. Но 30% выглядит очень слабо. Это если вот у вас совсем некуда закидывать. Дальше идем по поводу БП. Давайте перейдем к БПшке. Если хочется вкинуть деньги в игру, лучше в БП. Вот прям БП, как по мне, топ-1. Потому что тут и куча скинчиков, и куча красок. Правда, тут вот в обычном БП у нас только скинчики на оружие, и то не на все. Плюс вы можете себе замаксить гранатомет, который с БПшки, если купите БПшку. Внешка на крюк. Тут очень много приколюх. И плюс, когда вы покупаете БПшку, если вы ее на фул выфармливаете, вы получаете обратно 300 донатной валюты. И вот эту 300 донатной валюты я вам сейчас скажу, куда лучше сливать, как по мне. А, плюс, не забывайте, по поводу БП. Очень... интересная тема, про которую, я думаю, не все знают. Значит, вот здесь вот есть магазин снабжения. Какие-то вещи тут покупаются только на определенном уровне. Вот, допустим, прическа на Вьесу покупается только если вы выформили 96 уровень. Скин на Вьесу тоже 96, я смотрю. Вторая страница. Да, вторая страница вся 96, первая страница 50. Но вот эту валюту, монетку снабжения, можно спокойно выфармливать. Испытание. Есть испытания, где у нас, за ежедневные я не вижу в данный момент, так что, скорее всего, за еженедельные и за сезонные. Значит, за сезонные, вот как пример, выполните перехват 300 раз. 32 монеты снабжения. Ранг мастерства 20. Еще 26 монет снабжения. Вот еще 35. Плюс в еженедельных заданиях, которые, кстати говоря, если что, если вы пропустили, они остаются. Можно все это спокойно тоже выфармить и забрать свои монетки. После этого уже монетки сливать на скины. И эти скины можно красить. А краски можно налутать в том же этом, в том же БП. Вот если есть лишние деньги, если есть желание, лучше в первую очередь брать БПшку. По поводу магазина бонусов, это просто приятное дополнение. Оно, конечно, не настолько сильное, потому что цены здесь как-то слишком завышенные, как по мне. После 96-го вроде бы уровня вы начинаете на каждом уровне получать вот это 30 валюты фиолетовой. И она тратится как раз вот здесь. Вот я, кстати, только что взял, тыкнул, получите боевые монеты. Так что тоже надо обратить внимание, что, возможно, у вас сверху слева висят эти боевые монеты. У меня сейчас в данный момент 390, но все это легко крафтится, как по мне. Если у вас остались монетки с БПшки, ну, точнее, если у вас куплена БПшка, у вас остаются монетки с нее, куда их тратить? Имеется в виду донатная валюта. На слоты для персонажей. Каждый слот персонажа стоит по полтиннику. Грубо говоря, у вас изначально сколько у нас? 10. Вы можете докупить еще 6 слотов. Почему я советую это делать? Во-первых, игра может меняться. Мета может меняться. Могут появляться новые пушки. Могут появляться новые связки с персонажем. Может происходить ребаланс. Может добавляться новые аугменты. Мета может поменяться. И для того, чтобы вам заново скрафтить персонажа, вот если вы не донатили в игру, вы можете отпускать своих персонажей. Внизу у нас кнопка «Отпустить потомка». Вы его убираете из своего инвентаря. Вот тут вот я только не знаю, мне кто-то сказал, возможно, он пошутил, что если ты отпустишь потомка, то заново нового крафтануть можно за минуту или там за час. Мне кажется, это была шутка. Я попробую, скорее всего, чисто ради эксперимента отпустить Фрейну. У меня там осталась одна запчасть. Если я успею, я вставлю вам кадры видео. Его уровень предустановленной настройки будут сброшены, а установленные модули будут удалены. После реактивации потомка вы не будете получать опыт мастерства, пока не получите достигнутый ранний уровень. Я чисто ради эксперимента отпускаю Фрейну. Если я успею, я вам в видосе покажу, сколько по времени она крафтится в новом. И что вообще с ней произойдет, если я скрафчу новую. Фрейна, прости. У меня, кстати, в ней был вставлен активатор, если что.
Так, и что еще у нас остается? Значит, у нас остаются ячейки. Вот это вот. Это не дополнительные места под ваши компоненты. Это сколько у вас в инвентаре может быть еще ячеек. Кстати, тут они почем? По 25. Это вот это вот. Количество имеющейся экипировки. Это не дополняет вам места, куда вы можете поставить себе компоненты, а именно увеличит максимальное количество экипировки. Если что. На всякий случай. Мало ли кто не знал этой темы. Также, если вы купили валюту, она вам придет не сразу на баланс, а надо открыть магазин, входящие сообщения, и забрать эту валюту. Ну и раз уж на то пошло, мне лень ждать, я решил еще немножечко вкинуть доната. И по поводу того, что будет, если вы отпустите персонажа и заново его скрафтите. Я вот это сейчас ускорю. Значит, я на видео отпустил Фрейну. Новая Фрейна, заявка на исследование. Те же 16 часов. Я ускоряю. Забираю. Я напомню, у меня в ней был активатор. Активатор сохранился. Уже неплохо. Но заново вы опыт получать не будете, если что. Мне кажется, формы сохранятся, но тут я не уверен. Катализаторы, если что, имеется в виду под формами. Вот, в принципе, все по поводу доната. Донат совсем не обязательная штука. Донат не дает вам дикого преимущества. Все в игре можно выформить. Единственное, что это слоты на потомков, как по мне. Самое сильное, что есть за донат. Все остальное ерунда.